До новинок спортивного жизни мы еще вернемся наприкінці выпуску, а зараз до інших тем. Следчим управлением ОСК по Гомельской области распочата криминальная справа по факте заведомо лживого поведомления об минировании будинка управления по праце, занятости и социальной обороне Гомельского гарвыканкама. На место здарения были отправлены экстренные службы и следчая оперативная группа. Проводилась эвакуация работников и наведвальников будинка. Саперно-пиротехничная группа провела дбайное обследование помешканий. Выбуховая прилада не выявлена. Зараз ведутся следшие деяния и оперативно-вышуковые мероприемства по установлению особы, якая мае дочинение до здесьнения этого злочинства. В управлении внутренних справ облвыканкама отзначают, с початку года выпадки поступления у правоохранные органы заходя и лживой информации об небеспеции на территории региона почастились. Такие поведомления отправляли громадяне, дочинение яких до гэтых падений в ходе дальнейшей проверки не находила подтверждения. Все экстренные службы незамедлительно реагируют на подобные сообщения. Для проведения проверочных мероприятий затрачивается немало времени, сил и средств. Следует понимать, что по каждому факту сообщения об опасности возбуждается уголовное дело. Если вина шутника будет доказана, то помимо уголовной ответственности на его плечи ляжет и материальная, полная компенсация средств, затраченных экстренными службами на проведение специальных мероприятий. Криминальная отказность за подобные супротивные деяния на доходе с 14 годов. Необдуманные учинки в ответственности за артикулом Криминального кодекса, заходя и лживое поведомление об небеспеции могут привести до позбавления воли на термин от 3 до 7 годов.